Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мест отметил. А когда начал поставить лампу и понеслась. Вот там их еще больше. Тынь, 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 тынь. Вот так вот бывает. Все видно. Ну что, будем делать все подряд, не заморачивайся. Вот она наша задняя крылышко. И немножко на стойку. Что удалось, так сказать. Здесь маленькие плавные заломчики заводские. Ну вот. Итого. Итого. Впечатляет, да? А так с виду все ровно. Если присмотреться, нифига оно не ровно. Вот это прям отмятина стоит пятерых. Серьезная. Вот, очень серьезная. Как бы будет ее нелегко сделать. Ну ладно. Вот начнем, наверное, подетально делать, потому что быстро так не получится. Вот такая вот басня. Чудо чудное, удивительное. Вон, козы с козлятами ходят у нас. Оказывается, еще держат. Козлята. Маленькие. А я думал, уже нету. Только по селам. Оказывается, у нас еще тут. Вот. Бывает. Так. Вон, глаза сверкают. Вот так вот. Ладно, это маленькое отвлечение. Ну, у нас тут идет борьба за металл. Сейчас здесь надо поднять чуть-чуть. Так подровнялось, но чуть-чуть еще не ровно. А грехи есть. Вот таким маленьким, почти 1,5 метра крючком, надо залезть вот в этот отсек. Потом вот они наши вмятины. То, что осталось, тоже вот серьезное. Вот. И там еще на этой грани вот надо убрать. Все видно. И хорошо в лампе. Так что еще тут делать и делать. А подход, в общем-то, маленький. Можно, конечно, вот в этом месте подпалить, забомбенить дырусю. Или, допустим, здесь. Ну, зачем? Думаю, что и так можно будет долезть. Крючков у меня много. Так что вот таким кончиком ножевидным, куда можно залезть. Крючок это 1,25 м, 1,27 м длиной. Вот. Залезть можно много куда. Смотрим, куда деть наши вмятины. А вот это еще у нас предстоит с ней побороться. Она в несколько неудобном таком месте. Вот. И она остренькая. Ну ничего. Поборемся, поборемся. Для этого придется, наверное, собрать. Немножко здесь попону снять. И отсюда упор делать. Отсюда вот таким вот рычагом. То, что отсюда неудобно приходится на весь как бы
неудобно. А с стороны не сделаешь, со стороны задней двери доступа нету. Поэтому вариант один только отсюда. На помощь пришел вот такой вот хитренький крючок. Доступ отсюда. Смотрим на нее. Сейчас ее не будет. Вот это место. Вот еще неровность видна. И отсюда тоже. Вот еще недоделочка. Я специально показываю, как бы потихоньку, как она выходит. Вот наша вмятинка под хорошим увеличением. Автофокус не автофокусирит. Почему-то, ну ладно. Чуть-чуть тут надо будет пробить пернышком. А так, в принципе, все. Окей. Продолжаем эпопею. Вот у нас одна вмятина еще осталась. И еще одна. Здесь, здесь и здесь. С инструментом я достаю, но неэффективно. Вот, так будем делать клеем. Вот, вмятинка есть верхняя. А нижняя подошла. Куда-то делась. Вот теперь черед за верхней мятинкой. Делать будем отсюда. Пока что не будет. Ну что, вот и такое бывает уже. Пол второго. Сидим, отдыхаем. Делать нечего. Потому что светом нету. Вот, что хочешь, то и делай. Вот такая фигня получается. Выключили свету. Придется идти домой. Поваляться на диване. Покрыт. Ну что же, вот она наша вмятина. Вот такая красивая, уже поменьше стала. Чуть я ее там поддернул. Вот. Будем ее делать потихонечку. Вот такая вот у нас красота. Тра-та-та. Ну что, тут вариант один. Только клей. Других у меня вариантов нету. Поэтому будем клеиться и дергаться. Вот я поддернул. Получается, выдернул я шишку такую. Вот, а внутри оказывается вулкана кратер. Так вот, кратер этот надо выдергивать дальше. Потому что сейчас я начну забивать. Может получиться то, что как бы забью и будет все примерно то же. Чуть более пологая вмятина получится. Ну, все равно делаю. Просто вопрос в том, что, наверное, я сейчас еще раз наклею, чтобы получше вмятина. Вот такой вот грибочек маленький. Попробую. Сейчас он чуть замерзнет. Выражаю, все-таки жарко, сейчас лето. Вот. Как замерзнет, попробую его дернуть. Не получится, но плавно разобью и опять буду таскать, пока не выйдет все в норму. Ей деваться некуда, все равно я ее сделаю. Ну, вот такая вот ситуация. Хочешь, не хочешь, а все равно надо разбивать. Ну вот разбил я ее чуть.
Сейчас будем клеить дальше. Вот это не вмятина, это просто помарка. Это смотрится как будто там вмятина. Никакой там вмятины нету. Вот. Тут просто вот здесь вот маленький тычок есть с этой. Ну, продолжаем. Вмятинка делается, но так не сдается. Упираться еще не хочет выходить. Ну ничего, все получится. Против обратного молотка и продолжения еще никто ничего не смог. Просто вопрос времени. Ну что я говорю, так и получилось. Вот. Хорошо, вышла вмятина. Осталось аккуратно пробить. Пробить ее и забыть. Вот и все. Вот картина маслом. Чуть-чуть еще дернуть серединку. И все. Так, сюда находятся еще какие-то мелочи. Еще чуть-чуть, еще немножко. Вот уже готово. Но еще минут 20 с ней я буду играться, нянчиться. Ну, зато потом нормально будет. Потому что чуть тут, чуть там, чуть тут, чуть там и опять. И туда, и сюда. В принципе, к финишу все идет. Ну вот, что получилось из этого всего. Вот. Тут тычок внизу, вот он. И складка так и не хочет разглаживаться. Но цвет белый. Не хочу я еще мучить это место. Оно как бы не стоит. Тут и так уже я уже ворота открывал. Вот. Нифига не видно, все сливается. Поэтому здесь прекращаем. Идем дальше. Ну, смысл терять времени кучу из-за этого ручка маленького. Вот очередная бяла. Будем сейчас ей заниматься. Вот такая красивая красота. Здесь, в принципе, настойки более-менее нормально. Здесь только пластмариков. Вот прям на том центре. А так вот эта вся часть чистенькая. Маленький блечочек, но нет смысла его делать. Опять же, белая, на ней ничего этого видно не будет. Так что будет хорошо. Там уже все готово. Здесь вот мы видим раз, два. И рядом три. Вот. Мы не пойдем вот сюда. Вот до сюда будем делать. Потому. Будем долго и нудно дергаться. Но вверху вот атласы, правда, клей не атласы. Но тем не менее, потихоньку, я думаю, все это придет в порядок. Тут только клей нам деваться. Из трех один выстрелил. Вот. Два не очень. Ничего, переклеим еще раз. Нам торопиться некуда. Вот такая басня. Вот показываю, как есть. К сожалению, выдернуть получше не получается. Вот. Все равно складки и все. А вот это вот размочаливать узкий этот промежуток, все равно будет видно, что там работалось. Проще так оставить. Крючком, да, было там что-то доделать, чтобы было нормально. А так клей у меня не получается. Вот. Ну и на этом и хорош.
вот эту красоту сейчас забить надо. И все. Ну вот. И все у нас. С этой стойкой все. Здесь трогать не будем, здесь ничего у нас нету. Посмотрим сейчас. Дефектовка на дверях, тут где-то коцки должны быть. И посмотрим крыло. Если что, переходим на другую сторону. На двери, я помню, где-то тут косочка была. Вот она. Ну, по двери все понятно, да? Заходим, подушечку чуть расширили. Защита. И вот он, тычок в дверь. Сейчас его будем шевелить потихоньку. Вот такой крючочек. Довольно-таки остренький. Вот так заходим в дверь. Разворачиваем и рычажком правим. Вот как-то так. Благодаря вот этим двум волшебным вещам не надо разбивать дверь. Сделали и забыли. Ну вот, продолжаем работу. Вот здесь на торце, не помню, где-то здесь. Вот. У нас имеется вмятинка. Вот такие вот выкроются две штуки. Здесь вот отверстие. Раз. Два. И снимается. И получается у нас вон он доступ. Вот. Попробуем это дело пошевелить. Сейчас поставлю, все будет видно. Вот она, наша вмятинка на крыле. Вот крючочком мы ее будем ковырякать. В очередной раз крючочек помог. Никаких тут вмятин нет. И никогда не было. Вот так легко, быстро и красиво. Сейчас ставим все это место. Все, как было, так и осталось. Только вмятинки не стало. Вот и легко и просто все делается. Что же, правая сторона сделана. Там на переднем крыле. На стойке было много здесь. На крыле как бы жеванность была. Но это как бы везде присутствует. На многих машинах. На этой. Тычок здесь на двери. Та дверь чистая. И в переднем крыле тычок. Теперь что? Берем то же самое, делаем это здесь, я самые крупные. Две отметил, дефектуем эту. Нет. Что тут смотрим?